Огромные ножи режут бревно, как масло. Движение столяров отточены не меньше, чем машины. С участка лесозаготовки, по сути, начинается путь древесины от первозданного вида до изделия. Именно здесь она проходит все этапы подготовки. На нашем участке по лесозаготовке мы производим распиловку на лесорамах, на ленточно-пильных станках, на пиломатериал обрезной и необрезной. Затем этот пиломатериал мы отправляем в сушильные камеры, где она сушится 2-3 недели. Затем пиломатериал идет для изготовления столярных изделий. Кроме лесозаготовки, на участке выполняется и производство некоторых видов продукции. Это более 10 наименований. Причем процесс гибкий. Налажено как серийное производство, так и изготовление продукции по индивидуальным заказам. Изготавливаем стропильные системы, изготавливаем шпалы для железнодорожных полотен. Стропильные системы у нас реализуются как для населения, так и для внутренних нужд. В столярном цехе изготавливаем разные архитектурные малые формы, песочницы, качели, различные скамейки. У нас функционирует магазин, который работает с 8:30 до 17:00, выходной, воскресенье, понедельник. Также для удобства для населения у нас есть доставка этих изделий. В 2013 году к Мозырскому ЖКХ присоединили ПМО. Теперь это участок под деревообработки. Некоторое время понадобилось предприятию, чтобы реанимировать процесс и направить потенциал, так сказать, в правильное русло. Сегодня здесь трудится около сотни человек. Все работы выполняются по мере необходимости. Закрывают нужды предприятия. Ряд предложений разработан и для населения. К дачному и строительному сезону все готово. Столярное производство является одним из направлений деятельности государственного предприятия «Мозырский райжилкомхоз». Изготавливаемую продукцию мы используем для проведения капитального ремонта жилищного фонда. Это оконные блоки в местах общего пользования и стропильная система при произведении ремонта кровель. Хотелось бы отметить, что готовую продукцию могут приобрести и наши граждане, население, организации. И отметить то, что ознакомиться с образцами продукции можно по нашему новому адресу, улица Советская, 21. Развивать деревообработку на своем предприятии коммунальники собираются и дальше. Одно из направлений – работа с населением. И здесь у ЖКХ шансы есть. Ведь с качеством мозырянам предлагаются и оптимальные цены. Илона Шавловская, Юрий Грабец, телеканал «Мозырь».